Всем привет! Сегодня предлагаю вам короткое знакомство с Белградом. Была там проездом несколько часов. Исторический центр города находится всего в 30 минутах езды от аэропорта. К моему удивлению, в Сербии не работает приложение такси Uber или Lyft, зато работает российское Яндекс.Го. Стоимость такси до центра города – $25. Центральная площадь города, на которой расположен памятник князю Михаилу, который правил в Сербии в середине 19 века. В 8 утра воскресенье. Кафешки, конечно, еще пустые. Пешеходная улица Князя Михаила в центре города. На центральной улице большинство фасадов отреставрированы, но если заглянуть в переулок, то выглядит картинка совсем иначе. Город пустой, и только редкие группы туристов оживляют пейзаж.
Эта скульптура поставлена в память о помощи Франции и Сербии во время Первой мировой войны. Старая Белградская крепость, расположенная на берегу реки Дунай. А у стен крепости выставка старой советской военной техники. А вот и китайцы. Где их только нет. Они везде. Короче, общее впечатление от Белграда. Скучненько, бедненько, но чистенько.